Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком свойстве растений, как сортотип. Наверное, многие дачники замечали, что многие сорта и гибриды очень похожи друг на друга. И вот эти сорта и гибриды одного и того же растения объединяются в одни группы, которые называют сортотип. Ну, например, все мы знаем прекрасно такой томат, как бычье сердце. Но есть еще такой томат, как сердцевидный, такой томат, как сахарный бизон, розовый мед, фрекенбок, сердце бизона, сердечный поцелуй, да еще и другие есть. Плоды у этих томатов похожи друг на друга. И эти сорта объединяются в одну группу, которая и будет сортотипом. Сортотип будет бычье сердце. По такому принципу объединяется очень много растений. И если вы не находите конкретно какой-то сорт, его можно заменить любым сортом из сортотипа, и вы получите примерно то же самое в результате, что и планировали, посадив какой-то либо определенный сорт. Мы можем с легкостью заменять без ущерба в урожае один сорт другим. Надеюсь, наши советы помогут вам выбрать правильные сорта и гибриды для ваших грядок.